Потом скрин. Души? Блаторн повесил. Если, конечно, Саша. Мага залетел. Прямо сейчас у наших друзей на Epic Loot можно бесплатно залутать скины в ивенте Dire Tide. Все просто. Каждый час кидаешь чайник в крипов, находишь гулю, побеждаешь. За победой улучшается твой ужасный чест, на пятом уровне которого лежат арканы и уровни батл пасса. Победные конфеты можно копить весь ивент и получать за это мега сундуки с гарантированными скинами. Прокачивай свой БП через батл пасс Helper, забирай ссылочку и 15% промокод в закрепленном комментарии. Вашу нижнюю башню атакуют. Ебать! Что? Охуеть! Крип. Также, например. Здесь стоит шторм, смотрим на карту. Эмбер. Вызывает ремнант. Что это? Почему это так работает? Что, you wanna do this? I am under attack. Что? Охуеть, что? Я поставил дерево, у типа выпал хедшот, и дерево сломалось, блять. How much did you get after Tundra cut and taxes? I won't say the exact figure, but less than a million. It's gonna be a lot of things taking away from a TI win. So the TI win looks nice, but on paper there's like so many fees and taxes and everything, like you don't end up with that much. Извините, а как теперь это взять? Да что за загадка природы? Бля, далеко. У меня очень много вопросов. А, баш! Бегу. Беги, держись, все нормально, ладно, мы все подбиваем здесь, смотри бичку. Бей Акашу, ох ты, блядь, как она ультанула. У него этот скрипт, у него скрипты. Сейчас я... Я выхожу, у меня нет ключа. Он сдох. Нет, кстати, мы теперь знаем, кого банить Флай. Вот эту птицу надо банить хуям. Он играет на этой птице, потому что думает, что у него волосы на башке тоже перезарядятся. Ростик. Я говорю, сложно мужика найти хорошего в нынешнее время. Хорошо, что ты не такой. Нет, ну типа не такой, знаешь, ну не сразу это тильт. То есть я вообще не тильтую практически. Блять, просто почему ты за меня нахуй? Блять! Ебать ты на! Просто ненавижу, блядь! Ну правда, я не знаю, что мне делать. Ну чел сидит, блядь, это такой бомж ебаный, блядь. Он у себя... Ничего не может сделать, он не может эту игру даже выиграть. Он сидит выебается на 2 КПТ с чела, блять. Это просто пиздец. Такой позорище этот Вова Пейн, это пиздец. Да как хочется зайти, блять, в КС какой-то нахуй. Такой просто обоссать ему ебать, нахуй, глумиться. Просто татуировки ему ставить на трупы, блять.
Такие же дотер говнари, если честно, вот без обид. Тут по факту. Типа просто такие говнари гнилые, блять. Аркан рун. Я пойду бот стоять, короче. Го бот, кос, убьем с тобой. Я с аркан руна нажму так. Чел, ты просто тупой конченый, потому что я вот играю лобби, и есть какие-то, блядь, насмешки, я их юзаю. У тебя просто ебать самомнение, что тебя, блядь, как будто нахуй специально троллят или еще что-то. Мне вообще по эту пятюню кидаю просто сварку на линию, которая нулевый максимально. У меня нету никакого негатива, мне поебать. Окей, right now we have a mission to don't die like monkeys until I get my BKB. Really important mission. Made my way to the citadel to prepare to arrange that day when I sit up there. Campaign for a change to win a fair. I persuade the state, but I didn't care. Defamed by the fake news as a joke. Juggling Rick, don't know how I'ma go for the throws when I'm pouring in votes. The more I coast, and my manager getting cut short. Tried assassinating my ass, cast him out to space with the trash. Then the shadow council collapsed. I eradicated.